Различия между мужчинами и женщинами начинаются уже на клеточном уровне, с момента образования зиготы. По мере развития они нарастают, как цепная реакция, и нет во взрослом состоянии функции, на которой бы эти самые различия не отразились. Есть такая интересная гипотеза, что различаются мужчины и женщины между собой тем, что полушария, которые определяют наши интеллектуальные способности, они у мужчин и у женщин соединяются волокнами разной толщины. И, соответственно, у женщин толщина этих связок больше, и, соответственно, скорость передачи информации из одного полушария в другое несколько превышает скорость передачи мужчин. Поэтому говорливые, поэтому где-то быстрее, скажем так, соображают. Но в биологии есть такой интересный закон, что все, что делается быстро, делается не очень качественно. Уже в колыбели мы ведем себя по-разному. Мальчики рвутся в бой, много двигаются и, устав от впечатлений, долго спят. В это время девочки спокойно предаются размышлениям. С годами ситуация меняется. Теперь женский организм требует больше сна, в среднем на час. Так что у мужчин появляется лишнее время для карьеры, охоты, рыбалки, блондинок. Это требует дополнительных усилий. И не только это. На 1000 мужчин, женщин в области приходится 1120 человек. То есть, в принципе, женщин у нас больше, чем мужчин. Хотя по рождаемости мальчиков и девочек до 5-летнего возраста число мальчиков всегда превалирует над числом девочек. То есть мальчиков рождается в области больше, чем девочек. По состоянию в браке, как правило, здесь очень интересный такой момент. Это уже не первая перепись, когда число мужчин, указывающих, что они состоят в зарегистрированном браке, меньше, чем число женщин, которые указывают это же состояние. Мужчина обычно плохо помнит подробности личной жизни. Известен случай, когда шофер-дальнобойщик в каждом городе имел семью и со всеми дамами состоял в браке. Любопытно, что чаще сами женщины провоцируют развод, а несколькими годами раньше его причину – брак. В среднем семейный мужчина за свою жизнь поглощает 25 тонн пищи, женщина – 22, и это с учетом диет. Мужчина предпочитает соленое, женщина – сладкое, кроме особых случаев. Женщины просто должны… Тоже такой элемент, что… должны следить за тем, чтобы мужчины правильно и регулярно питались. Из ложечки, конечно. Не из ложечки, а то, что действительно приучать к тому, чтобы была некая культура питания, режим питания. Смешно, но мало кто знает, например, что одним из мощных провоцирующих факторов алкоголизма у мужчин является именно специфика их питания, нерационального питания. Потому что тогда, когда мужчина долгое время на работе вовлечен в деятельность, и к вечеру развивается чувство голода, то это чувство голода провоцирует почему-то именно прием алкоголя. Об этом знают специалисты, но пока это малоизвестный факт. Мужчины – завоеватели по своей природе, и поэтому обожают быть в центре внимания. Они в 4 раза агрессивнее девушек из-за тестостерона, и реакции у них быстрее из-за выбросов адреналина, ответственного, кстати, за язву. Потому и болеют ей чаще. А что же наши дамы? Гормон эстроген дает им чудную природную пластику и депрессию, особенно сезонную. Женщины тоже любят выступать, деликатно и точно отслеживая ситуацию. Они чувствительнее, поэтому чаще испытывают стрессы, закаляются и лучше готовы к тяжелым испытаниям, от которых мужчины входят в пике. Классический стереотип – она нежная, женственная, он мужественный, сильный. Увы, ученые все перевернули с ног на голову.
Сегодня в психологии формируется совершенно новая отрасль, новый подход, так называемая гендерная психология. И вводится в оборот такой термин, как гендер. Традиционно его даже переводят как пол, но на самом деле гендер — это некая социальная роль, некий социальный стереотип, потому что человек — существо социальное по своей сути. И если мы говорим о мужчинах и женщинах, то раньше, то сегодня мы уже имеем в виду те роли социальные, которые не усваивают в жизни, в воспитании. Традиционно мужскими чертами считают агрессивность, лидерство, устойчивость. Женские качества – чувствительность, эмоциональность, открытость. Эти факторы обозначают терминами «маскулинность» и «фемининность». И мужчина и женщина могут в разной степени обладать ими. Мужчина может быть фемининным, мягким, романтичным, открытым. Женщина – жесткой, бесстрашной. И это нормально. Ведь каждый из нас неповторим. Меня, честно говоря, всегда удивляла вот эта позиция. Позиция мужчины как бы некоторого хозяина. Я против как раз вот превознесения такой мужской роли. Да, это эволюционно было так. Мужчин там надо беречь. Но и мужчины сами должны что-то делать для того, чтобы свою эту доминантную позицию подкреплять. А если мужчина зарабатывает меньше жены, а женщина должна еще... Вот эта несправедливость по отношению к женщинам меня, честно говоря, даже возмущает в нашей культуре. Но на самом деле никто никому ничего не должен. И, на мой взгляд, не должна женщина ни мыть, ни убирать, ни так далее. То есть есть общее дело, мы живем вместе, и мы... Каждый делает свою часть общей работы. И вот в этом смысле об этом тоже, мне кажется, стоит призадуматься. Современная жизнь создала условия для размывания границ гендерной определенности. Для каждого человека расширяются рамки, возможности его жизни. И роли, еще вчера признанные единственно верными, сегодня становятся условными. Она может быть жесткой, он мягким. Главное, чтобы они встретились, нашли друг друга. И тогда женщина будет снова вдохновлять мужчину на подвиги, мешая их совершать. А мужчина будет продолжать изучать ее, рискуя никогда не достичь своей цели. В этом смысле, кстати, интересная была работа еще в начале прошлого века. Отто Венингер написал «Пол и характер», работу, может быть, если кто-то знаком. Как раз он там такую модель, написал ее в 23 года и после этого застрелился, как бы познав сущность мужских и женских отношений. И вот как раз в этой работе он пришел к мысли, что существуют идеальные мужчины, идеальные женщины. И вот как раз идея гендера там, наверное, опосредованно тоже реализуется. И, например, мужчина, у которого 80% мускулинности и 20% фемининности, ну, женских черт, ищет женщину, у которой 80% фемининности женских и 20% мускулинности. И в идеале они как бы образуют такого 100% мужчину и женщину. Ну, это метафора некоторая, но хотелось бы пожелать всем нашим телезрителям найти ту свою половину. И та вот действительно древняя идея о том, что мы половинки двух яблок, она на самом деле вот через такую в прошлом метафорическую, а теперь уже научную форму реализуется в виде вот идей гендерной психологии. И мы, наверное, действительно ищем противоположность, собственно, не только мужчину или женщину своего, а вот более тонкое сочетание, более тонкий баланс, равновесие вот этих мускулинных, фемининных качеств или же как-то смешанных.